Итак, братишки, всем здорово. Короче, второе видео про подшипники, про генератор. Купила я все-таки подшипник KOYO, хороший подшипник японский, да. Все-таки не дождался я подшипника с сайта Емекс. E Заказывал я его 29 декабря, до сих пор его нет. Сегодня уже 10. -е. Вот, будем, короче, его собирать. Устанавливается он вот сюда вот. Смотрим, вот сюда вот он устанавливается. Ничего, греть не нужно. Вот. Единственное, ребята, что сейчас вам нужно будет показать, чтобы вы знали, это как установить его на ротор генератора. Сейчас мы это сделаем. В предыдущем видео ротор генератора я положил в морозильник. Он уже лежит там больше, чем сутки. Вот. А этот подшипник у меня Пролежал на батарее, он такой тепленький. Сейчас я его тоже подзакину и чуть-чуть подогрею его, прям чуть-чуть. И он должен сесть на ротор генератора без проблем. Так, далее, что еще один такой советик при сборке генератора? Советую вот эти вот, вот эту вот площадочку, вот это вот место, смазать какой-нибудь смазкой. Это для того, чтобы при дальнейшей сборке вот здесь вот не возникало таких вот окислов. Надо будет тоже вот это сейчас все почистить, хотя я уже это чистил. Вот, но все равно здесь они присутствуют. Вот это вот. Вот в этих местах. Поэтому рекомендую чуть-чуть смазать здесь и здесь. Все. Идемте за ротором. Ребята, ротор генератора пролежал в морозилке сутки. Как я и вам говорил уже до этого. Так, вот, ребят, ротор генератора И сейчас я вам хочу сказать и показать Такую вот, дать вам такую вот информацию а Информацию вам, друзья, я хочу дать следующую Вот, передний подшипник на роторе снимается очень легко Вот, очень легко, без каких-либо затруднений, так как он в крышке А подшипник вот задний, вот этот вот, который распиленный Он снимается только таким способом по другому никак если вы хотите аккуратно снять не повредив генератор вот, но не повредив не получилось прям в идеале прям в идеале маленько остались вот такие вот следы вот болгарки я пилил очень очень аккуратно вот, но все равно видны следы износа вот отчеток ну еще генератор побегает ну и приступим к сборке ротор генератора у нас пролежал в морозилке он охлажденный а подшипник сам этот мы убираем а вот этот подшипник ребята новый мы сейчас нагреем и аккуратненько посадим его заранее нужно смазать посадочное место моторным маслом в принципе все так, ну и все, друзья, все собрано. Но учтите один такой небольшой факт: то что когда вы забиваете а, подшипник на ротор генератора, учтите то, что я не учел, это моя ошибка, то что а, глубина посадки, глубина посадки у меня была слишком большая, и его чуть-чуть пришлось приподнять. А приподнял я его, пока он тепленький, вот двумя отверточками. Вот с одной стороны, отсюда, а с другой отсюда. И поднялся он, в принципе, ну, без проблем минуты за две. Вот, я его поднял, но это мне просто повезло, потому что ротор генератора был очень охлажденный, а подшипник был еще горячий, вот. Так что учти, уч, учитывайте этот момент. Вот, сейчас смазываю вот эти вот плоскостя, и вот здесь вот тоже, и все, собираем генератор в обратной последовательности. Здесь, как я повторяюсь, там идет пластмассовая такая обойма, ее смазывать не надо, вот все сборка в обратной последовательности в принципе все друзья ставим колпачок вот этот вот таким вот образом Все, защелкнулся. Все, видим, вровень стал. Блин, руки трясутся, замерз, блин. Надоело уже это зима, ребята. Хочется побыстрее, конечно, лето. Ну все, друзья. Всем до скорого. До скорых встреч на дорогах. Ну вот и все, друзья. Генератор собранный. Теперь крутится, работает. Вообще тишина абсолютно. Шкив стоит ровно. Сейчас мне остается доехать до шиномонтажа до да знакомого парнишки, он мне затянет э, пневмоинструментом, пневмогайковертом вот эту гайку вправо, потому что ключиком я просто-напросто не затяну с таким усилием, с каким надо. Э, шкив здесь садится, как я понял, просто под конус и затягивается вот этой гайкой, поэтому ее нужно затягивать очень сильно. Вот такие делишки. Всем спасибо за просмотр, всем пока, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Всем удачи, ребят.